Итак, пятый ход. Первый игрок у нас Мэнди. В фазе передышки ничего менять не будем. Также ничего не будем менять Люку. Мэнди у нас сразу же пойдет в леса. Раз, два. Для начала она сразится с... Что у культистов? О, каждый раз, когда мы побеждаем культиста, возрастает уровень ужаса на один. Так, плюс один, плюс четыре. Ой, плюс 3, это 4 кубика, и нам нужен один успех. И как бы это ни было жалко, но уровень ужаса возрастет на единицу. Так, уровень ужаса возрастает на единицу, и еще один союзник нас покидает. Это у нас профессор Рис. Нет, я не буду читать профессор Райс, мне профессор Рис нравится больше. У нас рисовый профессор. Один из моих, да, я бы сказал, даже мой любимый союзник, так как он дает нам дополнительные улики. То есть шанс собрать дополнительные улики. Но не в игре против Имманцл. Там он самый поганый союзник. Так, далее. Люк. Движение Люка. Ну, Люк, естественно, пойдет в неназываемое. И подберет здесь 4 улики. Да, я не перемешал колоду, к сожалению. Сейчас перемешаем. Но сначала посмотрим, что происходит с Мэнди. Так, леса. Да елки, надо и тут перемешать. Подождите. Так, Мэнди у нас просто оказывается в портале. В... неизведанном в ином миру. Нет, подземном миру. Так. И Люк. Контакт. Сейчас посмотрим. Люк уже надо смотреть контакт. Неназываемые. Портал и монстр появляются. Шикарно. Вот мне везет на эту карту. Так, еще один жетон. Пробуждение. Так, портал. Плато Лен. Дружище, иди на плато Лен. И получи свою дополнительную улику. Далее монстр. Монстром у нас... Да, елки-палки. Много ж там глубоководных, не смутит. О, еще одно дитя козы. Вот, когда нам не нужны культисты, тогда культистов навалом. А, так, ну и фаза мифа, конечно же. Или нет? Не фаза мифа, фаза контакта в иных мирах. Начинаем с Мэнди. И подходит синий и зеленый. Так, не подходит. Не подходит. Подходит другой мир. Сбросьте ваше самое дешевое оружие. Так, самое дешевое оружие. Ну, это у нас два таких. Это либо лом, либо святая вода. Но святая вода нам может пригодиться против иголомака. Так что давайте-ка сбросим лом. Сбрасываем лом. Сбросили мы лом. И далее у нас что? А, далее Люк. Так, не подходит. Нам нужно красное или зеленое. Красное. Плато Лен. Пройдите проверку скорости с модификатором минус 2 или потеряйте одну минусу здоровья. А вот тут я, наверное, все-таки отступлюсь от правила и потрачу улики. Потому что у меня ощущение, что с одним кубиком он как-то не пройдет эту проверку. Какая-то жесткая проверка для плато Лен. Так, коснулась карты, не считается. Да. Или быть потерянным во времени и пространстве. И получить травму. Нет, давайте будем играть
Сколько мы можем потратить, учитывая то, что во второй половине он получит еще одну, максимум можно потратить 3 улики. Так, бросаем кубик. Сказал бы, что считается, но не считается, так как застрял между карточками. О, вторая улика. Третья улика. На грани, как говорится. У него осталось 4 улики, но одну улику он получит за проход во вторую половину. Так, и фаза мифа наша любимая. О, прорыв. Ну, не прорыв, а просто наплыв. Так, неназываемым не появляются якорь и канат. Так, якорь и канат. Где у нас якорь и канат? А, вот, якорь и канат. Якорь и канат. О, все шестиугольники передвигаются. Ну, у нас только один передвижной шестиугольник, это дитя коза. Так, а, игуль. Так, здесь у нас 4 портала, 4 монстра приходят в Архан. Из этих 4 сколько окажется на окраине? 2. Так, первым у нас появляется на площади независимости. Так, маньяк не передвигается, гуль выходит на улицу. Далее. Второй у нас появится в лесах, так как это самый отдаленный. Мига не передвигается. И 2 на окраине. Так, ночной стралец и призрак. И еще один в Данвиче. И если это окажется шестиугольником, косой чертой, звездочкой или треугольником, то он передвинется. А нет, это просто культист. Он у нас пока что остается на месте. Далее, что у нас происходит? А, стойте. Так. Проверки скрытности в Архаме проходят с бонусом плюс 1 и... радиостанция, дом на странный, дом на высоком холм, странный высокий дом и Кэсвей, не знаю как это перевести. Кэсвей. Мыс, наверное. А, ну и мыс закрыты до конца следующего хода. Ну туда мы идти не будем, так что смысла не вижу их закрывать. Так. А, нет, они закрыты, пока эта карта в игре. Ага. Все, понятно. Ну, здесь вот так вот поставим. Так, и так как это мистика, мы бросаем кость. Так, нам выпало 5. 5 у нас это повышение уровня ужаса на 1. Уровень ужаса повышается. Закрывается магазин обычных вещей, и нас покидает еще один союзник. Это у нас Зебулон Уотли. Так, а вот на этом уже, какой у нас был ход? 5 заканчивается.